Всем привет! Сегодня мы с вами направляемся на охоту новых новинок и идей на осень. В новой коллекции Massimo Dutti их огромное количество. Я непременно примерю что-нибудь для вас. Парка гармонично смотрится и прекрасно дополняет любой образ. Если тебе нужна функциональная, удобная, теплая одежда, парка именно то, что нужно. Прямой приталенный крой с длиной ниже колен всегда считается один из самых изящных и соблазнительных вариантов женского платья.
модный тренд этого сезона – это большие и объемные плечи, которые позволяют создавать очень утонченные и интригующие луки в демисезонном периоде. Такой оверсайз модели плаща можно носить как нараспашку, так и с поясом, который подчеркивает хрупкость женской фигуры. Обратите внимание на трендовые сеты с кожаными юбками, что станут бесспорным мастхэвом в женском гардеробе, как на теплый сезон, так и на период осень-зима. Главные критерии в выборе актуального модного тренча являются не только объемный крой, но и длина ниже колена. Такие модели не только добавятся в боди образу, но и позволят легко утеплиться или просто надеть одежду в несколько слоев. Thank you.
Мода на мини добралась и до верхней одежды. Укороченный вариант станет интересной альтернативой с жакетами и пиджакам. Особенно эффектно будет смотреться модели с поясом. Любовь к кожаным вещам не проходит ни у модниц, ни у дизайнеров уже несколько сезонов. Актуальные решения станут плащи из кожи. От черной макси-модели, повторяющей стиль героев «Матрицы», до карамельно и нежных вариантов. Друзья, на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Как всегда, буду вам очень признательна за пальчик вверх. А для тех, кто еще не подписан на канал, обязательно подпишись. Так у нас будет возможность увидеться снова. Я желаю вам всем прекрасного настроения, отличного шопинга и до скорых встреч. Пока-пока.